Давай, Илюш, что? Да, у нас в гостях прекрасная, судя по фотографиям, прекрасная девушка. Мы продолжаем свой кастинг в этом году. Ну да, есть у нас наследие, которое перетекло с нами из прошлого года в наступившее. Может быть, мы готовы были бы остановиться, но тестостерон не дает нам этого сделать, поэтому у нас в студии Анастасия Алексеевна. А смотри, какая машина-то? Да. Подмосковный номер? Ха-ха-ха. Подмосковный номер, мало того, что 3 икса. Еще и покажите, пожалуйста, фотографию какой машины. Сейчас мы девушку еще раз покажем. Ну ладно, не важно. Спасибо, ребят. Здрасте. Здравствуйте. Настя. Очень приятно. Настя. Да. Присаживайтесь. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас нет, мы посмотрим. Нет, мы не немножко... Мы, да. Кстати, вот первый. А вот, смотрите. Номер 666. Она подмосковная. Вы суеверная? Нет. Нет, не суеверная. Это хорошо. Так, ладно, давайте считаем. Анастасия Алексеевна, да? Да, совершенно верно. Анастасия Алексеевна, ну, расскажите, пожалуйста, мы уже в том году это задавали, да, вопрос? Ну, что вас привело в эту студию? Интерес, наверное, так. Просто в роли модели я уже была, вот в роли, как сказать, ну, не актрисы, а, ну, в общем, на видео нет. Телеведущий, так к ушедшему Ивану. У нас да, туда. Роль телеведущего вы еще себя не пробовали, да? Нет, очень интересно. Ну, здесь помимо того, что надо молоть языком, надо еще вариться вот в последних актуальных событиях. У вас в последнее время что зацепило? Ой, сильнее всего. В области события Шапа какие? Садового. Нет, ну, новостной картине. Ну, как бы, какие? Не совсем понятен вопрос просто. Ну, какая самая яркая новость для вас в последнее время? Вы знаете, я на самом деле, если честно, новостями в последнее время не особо интересовалась. У меня просто очень много съемок было в последнее время. Вот, и я больше, наверное, в своей, скажем так... Сфере. Ну, да, в своей сфере. Ну, вы закончили университет леса? Да, университет... То есть в ландшафтном дизайне вы разбираетесь? На самом деле, как бы я его закончила, это, поскольку я человек творческий, вот это, ну, такое было достаточно интересное направление, вот, но сейчас я занимаюсь немножко другим. Не ландшафтным дизайном? Нет, абсолютно. А каким? Я модель. А. Помнишь, когда мы встретились, ты тоже сказал так же. Я модель. Ну, вот такая модель. И у меня были основания. Мы встретились на подиуме. Мы навстречу друг другу шли в разных платьях. Нет, да? Подиумная модель — это немножко другое. А вы фотомодель. А на подиуме где? Кто? Ну, как бы на подиуме тоже модель, но тоже как модель. Бы это разное немножко. А, вы модель, а те самые? Тоже модели. Тоже, только да, подиумная. Ну, нет, я фотомодель. Настя фотомодель. Фотомодель. Что последнее вы рекламировали, для чего снимались? Я в основном участвую в творческих съемках. Вот, то есть это... Как здесь? А. Ну, можно сказать, как да. Творческие съемки, это когда голые? Ну, не обязательно голые. Ну, вот, творческое... не обязательно одеты. Объясните, что такое творческая съемка? Ну, как бы это не реклама. То есть это не, там, не обложка журнала, это не реклама косметики. Это как бы, вот это, как сказать, коммерческая съемка, за которую как бы модели получают денег. Вот, а творческие, ну, это... Почему вы сразу голову? Меня прям раздеть хотите? Нет, ну как вы так разгадали? Нет, шучу, нет. Ну почему обязательно? А в глазах-то видно, что... Да-да-да. Вот сейчас главное прозвучало. Вы работаете моделью. Много сейчас, значит, у вас съемок было, но эти съемки не коммерческие. Нет, есть коммерческие, есть и не коммерческие. Просто как бы есть проекты, за которые я получаю как бы денег как модель, вот, а есть как бы проекты, которые мне интересны, то есть мне бы хотелось там поучаствовать, я бы хотела там сняться как бы того или иного фотографа, то есть за это как бы я могу не получить денег, но мне будет интересно. Какой вопрос, зачем вы снимаетесь голой бесплатно? А с чего вы взяли, что я снимаюсь голой бесплатно? Ну, вы сами признались 2 минуты назад. Я не говорила, вы меня разводите. Ну что ж, у меня есть предложение поучаствовать бесплатно в съемках вот этого фотографа, творческих съемках, назовем их так, вот этого конкретного фотографа. Сейчас мы узнаем его фамилию, так мы только по именам. Модный, модный, да. Снимал для Ералаша, для там-там новостей, какие еще громкие проекты. Сейчас Толян договорится, чтобы вас хорошо, красивенько сняли. Давайте, Евгений Малыхин готов вас снять. Да. Давайте. В своем творческом проекте. Проходите в студию. В студию, прошу вас. Да. Спасибо. Жень, ну тогда давай задание. Рули тогда. Покажи мне кричи на подиум, пожалуйста. Может, ягуара, раз уж у нас сегодня? Последний раз я был. Да, немного профилактики. А последний раз кем вы были? Ну, это было как бы шуточная фотосессия. А кого вы изображали? Мишку. Мишку? 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 Да не голову, а одетую. Конъюнктурно.
Тут вы меня все хотите раздеть. Знаете, что-нибудь... Это не мы, это зрители, а мы как бы выражаем их мнение. Дайте профилактику. Да. Жень, давай, работаем, снимай. Профилактику для чего? Вообще профилактику. Не знаю, вы хотите, чтобы я что-то сказала, может быть, или сделала. Сказать для творческих людей. А давай действительно для творческих людей. Все три давайте к экрану, пожалуйста. Ну, что можно сказать? Мне кажется, творческий человек, это им надо родиться. То есть это нельзя получить в институте, это не прочитать в книжке. Если это есть, значит, оно есть. И если это в вас, там, либо в ком-то еще есть, это нужно развивать обязательно. Поэтому фантазируйте. То есть если не творческий, то это самое. Рожденный ползать, так и да, сидит. Да, летать не может. Молодец. Совершенно верно. Тара-тара-там! Пам! Спасибо! Вам спасибо!